Право проводить проверки на строительстве вновь передали местным государственным архитектурно-строительным инспекциям. Соответствующее постановление принял Кабмин. Кроме этого, правительство приняло новый порядок проведения проверок на стройке. Начальник управления ГАЗ Кадетского горсовета отметил, что эта реформа усложняет процесс проверок, ведь запросов немало. За год мы обнаружили 700 нахалстроев. Сейчас мы начинаем проводить проверки уже на объектах строительства. Усложнилась процедура в плане приказов на проведение проверок в связи с тем, что теперь будет рассматривать комиссия каждую жалобу. У нас в месяц около 300 жалоб. Каждую рассмотреть, к сожалению, занимает очень большой период. И, соответственно, это будет очень долгий процесс. Также будет создан новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства. Александр Авдеев отметил, что теперь заказчики строительства смогут обжаловать решения местных ГАЗКов. В рамках реформирования отрасли появится и единая государственная система, в которой будут формироваться списки объектов для проверок.